Приветствую вас, дорогие телезрители. Накануне в эфире мы показали вам эту фотографию. Думаю, нетрудно было догадаться, что это памятник Евгению Вагнеру, который по сей день считается основоположником медицины в Березниках. Напомню, под его руководством было построено 7 корпусов городской больницы. Будучи известным хирургом, Евгений Антонович сделал более 50 тысяч операций и спас сотни человеческих жизней. За все эти заслуги в медицине в июне 2000-го больнице было присвоено имя академика Евгения Антоновича Вагнера. Что касается памятника, он был установлен здесь 3 года назад, в день рождения великого березняковского хирурга. Свои ответы на это задание нам прислали 15 человек. Все они узнали надпись на памятнике Евгению Вагнеру и ответили правильно. А это значит, что вновь расстановка в итоговой таблице осталась без изменений. Что ж, может быть, наше следующее задание поможет кому-нибудь выбиться в лидеры. Фрагмент какой городской достопримечательности вы сейчас видите на своих экранах? СМС с вариантами ответов присылайте на короткий номер 4647. Перед сообщением не забудьте набрать цифру 59. Уже в понедельник мы огласим победителя нашей акции и подарим ему новый горный велосипед «Форвард». Еще несколько активных участников получат от нас сертификаты в магазины города номиналом от 1000 рублей. Так что дерзайте. Анастасия Лакман, Степан Некрасов, новости на ТНТ.